Ребята, всем привет! Сегодня у нас очень популярная гарнитурка Xiaomi Piston 3. Оригинальная, заказана с Гербеста. Как и вся продукция, которая там есть, и указано, что она оригинальная, приезжает 100% оригинал. Я уже ее немножко распаковал и потестил, чтобы было о чем вам рассказать. Начнем с упаковки, вам покажу. Упаковка просто замечательная, качественная, мне очень нравится. Вот так это все выглядит. Очень удобно и даже приятно на ощупь. Сразу заметно, что это не подделка, даже не проверяя там всяких кодов. Тем более, что такому магазину все мы доверяем, знаем, что здесь оригиналы. Кстати, на самой гарнитурке вот так она выглядит. Кабель в оплетке идет до разветвления. Дальше идет простой кабель на одном из наушников. Такой пульт управления позволяет переключать треки, громкость, там, включать голосового помощника и так далее. Так интересно выглядят ушки. Немножко на бок идут. Читал о том, что при их изготовлении компания Xiaomi провела исследование там медицинское для того, чтобы сделать эту форму максимально эргономичной, чтобы вы могли максимально долго и комфортно слушать музыку в этих наушниках. Действительно очень удобно, учитывая, что там еще есть комплект насадок, которые может каждый для себя подобрать. Кстати, на звука вещь субъективная. Лично мне кажется, что слишком много басов. Поэтому купил, послушал. Сейчас, наверное, поменяю на что-то другое, менее басистое. Но молодежь, в принципе, любит под современную музыку. Я думаю, самое то. Звукоизоляция хорошая. В транспорте, на улице практически ничего снаружи не слышно. В этом проблем нет. С качеством изготовления проблемы нету. Просто, ну, можно сказать, идеально. Очень красиво, удобно и приятно на ощупь. Покупайте смело, своих денег оно стоит даже больше, чем оно стоит. Особенно по тем ценам, что продается на Гербесте. Ловите скидку, берите. У меня все.